прощаемся с органом. Начнем концерт по традиции с баховского времени. Для вас прозвучит две хоральные прелюдии, две фантазии на тему двух хоралов, которые для вас исполнит лауреат международного конкурса Елена Шевченко. У вас есть очень знаменитый сборник хоралов немецких, который сочинен в Лейпциге. Это 18 больших лейпцигских хоралов. Вот две фантазии на два хорала. «Приди, Господь, Дух Святой», так называется первый. А второй – «Приди, Господь, язычников, спасите». Thank you.
Баха, Дитриха Буксерхуда, стиль, который мы называем фантастическим, но именно вот этот фантастический стиль, и выучил на примерах музыки Буксерхуда и Иоганн Себастьян Бах. Дитрих Буксерхуда, токката, соль минор. Thank you.
музыканты придумали чудную формулу, которая говорила людям о том, что есть вечные истины, непреложные, которые не изменяются. А есть человеческая жизнь, бытие, которая конечна. И эти формы были основаны на том, что вот эти вечные законы Вселенной, это должна быть такая мелодия или мотив, или музыкальная тема, которая будет повторяться на протяжении всего произведения, педали, басу. То есть тема повторяется постоянно. Это уже создается ощущение рока, согласитесь, фабула. То есть это непреложно. Так было и будет всегда. Повторяется она, как будто по кругу движется, вращается. А над этой темой, над басовой темой возникает вот это вот бытие человеческое, то есть движение. И такие формы называются по-разному. Пасакалия или чакона. Вот для вас сейчас исполняется чакона ми-минор Дитриха Букстекуэ. Thank you.
Моцарта, Бетховена, оставались ученики Иоганна Себастьяна Баха. То есть такая прямая в общем оставалась. Другое дело, что орган отошел у нас в задний план, и было уже не больно, потому что многие были сонаты, симфонии, оперы. Но тем не менее преемственность была. И вот у одного из учеников Иоганна Себастьяна Баха учился немецкий композитор, современник Моцарта, имя которого Иоганн Кристиан Ринг. И сразу понятно, что это уже другая эпоха по произведению, которое сейчас звучит. Это фрейтовый концерт для органа в трех частях. Thank you.
20 века подарил нам музыку английского композитора и органиста, имя которого Перси Уитлок. У него есть органная импровизация, сборник. Мы предлагаем вашему вниманию две разнохарактерных органных импровизации. Thank you.
классик английской органной музыки викторианской эпохи, то есть тот самый знаменитый английский 19 век, когда возникла английская литература, которую мы любим, и Диккенс, и Бернард Шоу, и Конан Дойль, и все-все-все. Имя этого рыцаря, посвященного было рыцарю королевы Виктории, сэр Эдвард Элгар. Звучит для вас органный марш. Thank you.
имя этого немецкого органиста и композитора Ханс Андре Штам. Он еще жив, 51 ему, и он сочиняет удивительную музыку в кельтском стиле. Кельты – древнейший народ Европы, и язык древнейший, на котором они говорили, гаэльский, потому что их звали галлы, гаэлы, он до сих пор, представьте себе, в виде наречий, да, оборотов, диалекта, сохранился и на севере Франции, разумеется, в горной Шотландии, в Ирландии. Первая пьеса, которую вы услышите, которая посвящена вот кельтским образом Ханса Андре Штамма, называется «Эльфы». Программы две таких токаты совершенно другой.
его содержание удивительное. Первое называется «Токката Гаэльская». Thank you.
Спасибо.